Клюет? Да, вот мне седло выпало. И лук зачаренный. Неплохо, неплохо, да. И глобрюхов не выкидывай, потому что они нам в этой серии 100% пригодятся. Ну, сейчас подниму. Дай, пожалуйста, кирочку свою буквально на 10 минуточек. Я вот сейчас, я сейчас к бабушке в гости в деревню сгоняю и вернусь обратно, если тебе не сложно, конечно. О, еще один глобрюх. Да, кирочку дай свою, пожалуйста, на удачу 3. А у тебя... Стоп. На удачу 3? Ну да, на удачу 3. А тебе зачем моя кирочка? Да так. Бабушке в деревне пригодится картошку покопать. Я верну, обещаю. Ну сейчас, о, Ярик, сейчас и глобрюха словлю. Одолжи кирочку, не будь жмотиной. Ну, главное только не потеряй. Я верну. Вот 10-15 минут засекай, я сейчас приеду обратно. Все, пока. 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 Мне надоело, честно, вот настолько сильно надоело то, что вы себе даже не представляете. Это примерно 30 какая-то там, 33-я, 34-я серия выживания у нас с Екатериной до сих... Ну просто посмотри, как мы выглядим. Алмазный нагрудник единственный, который и то вот скоро сломается, все остальное железное. Мы железо добыли примерно в первой серии выживания. До сих пор... У нас из броньки ничего лучше не стало. Поэтому пока Катюха там прохлаждается... Не, я не собираюсь никуда никакого эндера идти убивать. Я собираюсь немножко в другое место пойти. Буквально пару минуток. И не зря я кирочку Катюхи попросил. Потому что она нам 100% сегодня пригодится. Один алмаз! Один алмаз! Один алмаз! Чё, реально? Четыре алмаза с одного блока! Игорь! Ты это видел? Ты это видел? Ну, естественно, золото для золотого сральника. Лишним точно не будет. Добрый день! Не подскажете? Где тут улица Тимирязевска? Автобус 98 номер мені треба до центрального вокзалу доїхати. Не підскажу. Містер Скелет. Вулиця Тимирязевська. Бесполезний. Слишком борзые. Даже в улицу не могут подсказать, где надо. Что ж вы ж так подкрадываетесь со спины? Инфаркт словить можно. Ну, с богом. Какая высота? 17-я, 16-я, 15-я. Алмазики! О! Главное не умереть! Пожалуйста! Как? Вот так. Меня учили подписчики. Вот так. Ага. И ага! Так как? Тихонечко! Давай его сюда! Вроде живу. 19 алмазов! 11-я высота, возможно, здесь еще что-то будет. Вперед! Полетели! Точнее, поплыли! О! Да ну нафиг! Тихо! Давай, миленький мой, давай! Пока Катюха меня дожила эту кирочку на удачу, нельзя прокукундить этот шанс. Забрать все алмазы, которые здесь только будут. А! Не успел забрать один алмаз! Ёхан
сюда, это золото сюда и железную руду вот сюда. Ты... Кать! А, здравствуйте. О, господи, что ж ты так орёшь-то? Эй! Чё ты мужа не встречаясь из шахты? Давай, ну, из какой шахты? И какого мужа? Это вообще-то шутка была. Иди сюда. Шахта. Я тут кирку только... мою верни? Кирку, да, держи, извини, забыл сразу же вернуть. Я-то тут чё-то... Я один алмаз прокукундил. Ну, точнее, я был под водой, там шахта подводная была. Я не успел забрать один алмаз, и я утонул, прикинь? Какой алмаз? Какая шахта? Ты где был? В шахте! То есть ты был в шахте, да? Да, я был в шахте, не успел один алмаз забрать, потому что я утонул, мне не хватило воздуха. Лошарова шарская просто, один алмаз прококундил, ну как так можно было, а? А, то есть вот так? Зато помимо этого всего я добыл 23 алмаза. Ну, точнее, что? 21, два у меня уже было, еще 21 добыл. Почему не вместе, почему ты один пошел? А как, а я, а мне да, алмазы? Ну, а потому что одному намного быстрее, вот в следующей серии ты пойдешь за алмазами. Ты меня еще лохом назвала, поэтому... Я в следующей серии-то пойду за алмазами. Значит, потому так что... вот, да, потому себе, что... да, себе да. накопал, а да. мне не накопал, да? Потому что лог, еще я семью нашу тут пытаюсь прокормить, я тут алмазы, вы сами все видели, сколько я алмазов нашел. Я тут семью пытаюсь прокормить, она мне что говорит? Она мне говорит то, что я лох, то, что я прокакал один алмаз. Ну и все, тогда до свидания. Ты всё. Просто меня обманул, ты ушел, не сказал ничего, еще кирку мою забрал. Зато у меня сейчас фулл алмазный сет брони, наконец-то, спустя 35 серий, потому что меня это реально уже... Надоело, говорю, вот это мне уже. Что обычно делают парни? Своим девушкам подарки дарят, там, шубу, сапожки, там, какую-нибудь красивую рубашечку или шапочку. Что делает мой парень? Полностью покупает себе ботинки, шлем, нагрудник и штаны. А я, значит, в чем? Я как оборванец хожу. Обормотка, если быть точнее. У тебя остались алмазы? Ну так, немножко, 7 алмазов осталось. Дай мне хотя бы что-нибудь сделать, хотя бы починить то, что у меня есть. Хорошо, держи 7 алмазов. Господи, спасибо большое, я пошла чинить свой лифчик. Давай. А я пока зачарю все, что у меня есть. Так, первое у нас идет алмазный шлемец. Защита 4! Неплохо, прочность 3. Так, а на что лучше чарить, на защиту 4 или на прочность 3, как думаешь? Наверное, на прочность. Хотя, наверное, на защиту, а прочность потому, чтобы книжкой зачарить. А у нас нет книжки на прочность 3. Поэтому, мне кажется, лучше чарить на прочность 3, потому что, ну, дольше будут служить нам алмазные вещи. Давай. Опа! Не зря я зачарил поножи на прочность, потому что там еще зачарилась защита 4. Короче, вау, я себе тоже ботинки сделаю, у меня 5 алмазов осталось, я себе ботинки сделаю, давай. Новые. Слушай, так может не сапожки, может шлем тогда, если 5 алмазов, ты сразу... А, ну, Дуримон, да, ладно. Нет, я уже сделала сапожки. Так, а я на что зачарить смогу свои сапожки? У меня прочность 3. Вот! Нормально, держи лазурит, чарь... А я у меня есть. На что там еще тебе попалось? Только прочность 3. А огнеупорность 4. Ну хотя бы задницу тебе поджигать не будут, поэтому и так сойдет. Пошли, Катюх, дальше. Ну ты, конечно, даешь. Ну, в следующей серии пойдешь ты, вот в следующей серии сядешь здесь, где я сейчас сижу. Ну, Катя будет на вебку, скорее всего. Вот сядешь здесь и добудешь сама алмазы. Смотри, кстати, что я удочкой словила. Давай, показывай. Он, правда, почти сломался через 70 ударов, но у меня лук зачаренный на силу 4 и прочность 3. У тебя есть стрелы? У меня есть тоже лук, но только на силу 3. Ну дай мне стрелы, пожалуйста. Держи. Спасибо. Так, короче, на самом деле у нас сегодня куча дел. Мы должны пойти в деревню, там, короче, кого-то скрафтить, кто нам должен помочь, там жить как-то легче станет потом, не знаю. Потом мы должны прокачать каких-то жителей в деревне, потом еще мы должны сделать зелье, потом еще мы должны сделать мамину маму, сварить кашу, порадовать ребенка, одеть корову и что-нибудь еще нужно обязательно сделать в этой серии. Обязательно кого-нибудь скрафтить нужно, потому что я хочу крафтить, я крафт. Ты крафт. Я крафт. Моя кличка Катя Крафт.
Какие-то Лара Крофт, а я Катя Крафт. Лара Крофт, вот именно, Катя Крафт. Короче, она вообще ничего непонятно объяснила. У нас много дел. Никакого ребенка мы с тобой делать не будем, или что она там непонятное сказала. Мы отправляемся в нашу деревню, кстати. Деревня у уже нас есть наша деревня? Уже есть. Я ее немножко обустроил, воздвиг вокруг нее стены, как в «Игре престолов». Почему ты без меня играешь тут? Алмазы. Алмазы, значит, берешь, стенки там какие-то строишь. А, еще плюс к этому всему, я спарил наших черепах, и они там отложили немножко яйца. Вот еще. Что? Ну это, что? Ну что? Я тебе все в этой жизни должен говорить. Ну вот яйца там немножко появились, ну вот. Ну-ка. Ну вот, видишь? Ну, потому что нам не хватает одного щитка до того, как мы скрафтим подводный вот этот шлем. Забираем тыковку. Опа. Железные слитки, которые у меня там пережариваются. Опа. А лодка есть? Кать, лодки нет. Сейчас скрафтим лодку. Так вот лодка стоит. А, есть? Ну тогда хорошо. Плывем дорогой трудной, дорогой непрямой. А дальше? И дальше я не знаю. Ну давай тогда какую-то другую песенку. Подписчики соскучились по песенкам, я тоже. А вы соскучились по песенкам? Только честно мне ответьте, пожалуйста, вы соскучились или нет? Они я что-то не верю. Они под каждой серией. Все, что делают, это только просят, что, мол, Эдисон, заставь Катю там читать Рыбчанский, там всякие песенки. Вот врать не буду. Мы читаем каждые комменты, я часто вижу подобные. Ну скажи, какую песню петь? Я же не могу одну и ту же песню петь, блин, 100 серий ну, подряд. Давай, давай Диму Билана вот это. Это ты, это я. Давай. Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Откуда я знаю слова? Я не знаю. Просто в такси всегда играет. Это дебильная песня. Вот и все. Ах ты пи-пи. Кстати, да, каждый раз, когда в такси едем куда-то... Всегда там играет эта песня. Давай за мной, Катюх, тут вылезать ты, может, с этой лодки. Я тут всех размачиваю, стреляю из этих самых... Вот смотри. Стрел. Вот выбилась... У-у-у-у, железо выпало. Выбила себе случайно лук и сейчас ходит, выпендривается. Да ты убей нормально человека, ну, в смысле зомби. Зачем эндермена трогать? Ну, может, нам еще эндерперлы... Перлы... Перлы, перлы пригодятся. Ой, ой, как их много-то! Сейчас убьют и все, и чё мы... Пошли, пошли, мы уже очень близко. Вот, кстати, та деревня, которую я защитил. Давай за мной! В другую сторону, Кать! Сюда давай, быстро, мы быстро! Мы защитили! Я защитил, ну, в смысле, я ее обустроил, а до этого, да, мы рейдом ее защитили. О-о-о, там еще скелеты, давай оббегаем вот сюда, заходим в главные ворота и закрываемся. Давай, 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 давай! Тут дыра какая-то, я чуть не упала. Какая дыра? Так, вот здесь еще немножко... Нифига себе, какие ворота, вот это безопасность, вот это уровень, я понимаю. Тебе что не нравится, зато уже никто не сможет зайти, никто не сможет выйти, вот не хватает, конечно... Стены такие классные, железно-бетонно-картонные, а ворота ты не мог получше сделать? Денег не хватило. Если тебе надо что-то в этой жизни сделать, вот еще какие-то другие ворота возьми и сделай. Посмотрите на него. Разумничалась-то как разумничалась. Нет бы сказать, о мой герой, о мой спаситель, ты защитил невинных детей, невинных жен, невинных жителей, ты защитил всю эту деревню. А что она делает? Тут примерно вот так это выглядит. Да я такая. Вредная задница. Заноза в заднице. Ну красиво, красиво, мне нравится. Но ворота вот можно было получше, конечно, сделать. С точки зрения архитектуры и инженерии. Я тебе архитектор! Вот, вот и не берись тогда! Ну так ты подожди! Так зачем мы как раз-таки сюда сегодня пришли? Для того, чтобы еще намного жестче защитить деревню. Понимаешь? Еще жестче. Еще жестче. В общем, смотри. Делаем вот так. Акацию. Верстачок. Сюда. В верстачке мы с тобой делаем сколько там надо, я не помню. Вроде 4 или 5. Или, ну давай в 5 на всякий случай сделаем. После этого, кого? Смотри. Ну сейчас тебе все объясню. 5 железных блоков, иди сюда. 5 железных блоков. Смотри, сейчас внимай, внимай. Даже не 5, а 4 нужно, я что-то лоханулся. 4 железных блока вот так. Нет, мы не будем железного визера вызывать. Мы будем кого-то другого вызывать. После этого тыкву берем
тыкву и запиндюливаем вот сюда посередине. И ты знаешь, что с этого получится? Не представляю. Смотри. Раз, два, три. И чё ты хочешь этим сказать? Да уйди ты! Может, вырезать надо, что ли? Всё! Что ты сделал? Я вырезал ей вот эти уши, нос, рот. Вот! Три Господи, закона... Господи, что ж ты так орёшь-то? Три загона галимотехники. И какого загона? Закона. Три загона. Ты смотри, так вот, ты видишь? Вот настоящий защитник. Катя, с каждым големом деревни надо поздороваться. Вперед. С каждым вот тобой, пипучным пипукой, нужно расправиться за такие вот советики. Ну слушай, зато с этого момента вся эта деревня будет под надежным контролем. Любая пописяка, которая здесь заспавнится, любой зомби-скелет, крипер, вот этот с ним справится. Ну все, ты молодец, големчик, молодец, и ты молодец. Я тоже молодец, я его заспавлю. Хорошо, хорошо. Не с первого раза, конечно, но дай бог. Вот, молодец, големчик, охраняй деревню. Пойдем. Мы не пойдем, потому что я тебе еще кое-что забыл сказать, что я без тебя сделал. Знаете, такое ощущение, что ты просто никакими делами не занимаешься, только играешь и играешь. Оружейник. Кожевник, бронник, библиотекарь, кто там у нас еще есть, картограф, я всех немножко еще прокачал в этой деревне. Вот совсем чуть-чуть, вот. Вы посмотрите на него. Сюда, подойди сюда, здесь у нас бронник, у бронника можно уже купить железные ботинки, железный шлем, колокольцы и кольчужные ботинки. Ну-ка выйди. Смотри сама. Дальше. У нас здесь есть. Кто это? Это картограф-новичок и еще один картограф-новичок. А, вот кожевник. У кожевника мы ничего не будем покупать. Наша цель прокачать всю деревню, да? Да. Каждого работника, чтобы мы потом сюда как пришли с рейдами, да как выиграли, да как нам потом все будут бесплатненько продавать. Именно так. Это наша задача, чтобы у нас с Катей была личная собственная деревня. Поэтому мы ее будем развивать вот прям до максимума. Будем здесь всякие крутые постройки делать, будем здесь детей делать. Ну, в смысле жительских детей, чтобы они между друг другом все вот это делали и развивались. Это самое главное. А сейчас делаем зелье в этой серии или все же в следующей? В этой, я давно хочу зелье сделать, давай в этой. Только одно зелье и все, пошли. Ну давай, я хочу его сделать сама. Хорошо. Ой, это что сейчас, нам придется через эти ворота? Да, нам придется через вот эти ворота выходить, мои ворота, которые я построил. С ума сойти. Пойдем. Вылезай. Прямо сейчас я научу делать тебя зелье подводного дыхания. Ты готова? Екатерина, приступаем. Я Катя Крафт. Держите стекло и расставляйте в верстаке так же, как ты крафтишь ведро, только из стекла. А где верстак? О, чувствую, это будет сложно. Перед тобой, мать. С другой стороны, вот верстак под зельеваркой. Под зелью. Я думала, это целое. Так, как мне расставить стекло еще разочек? Покажи. Взяла три колбочки. Молодец. Сейчас иди сюда и набирай водичку вот в эти колбочки. Во все набирай. Давай. Опа. Молодец ты какой. Сейчас я возьму бородавочки, где они? Вот, нарост из незера. Это я принесла. Да, молодец. Заходи вот в эту фигню. Заходи в зелеварку. Зашла? Ага. Пиндюль туда вот эти все колбочки с водой. Молодец. Сейчас улучшаем их наростом из незера. Их надо как-то подпитать, поэтому я пойду возьму вот эту огненную фигню из блейзов, которых мы убивали в аду. Сложно как. Огненный порошок берем и запихиваем вот сюда. Зайди, все начало готовиться. У тебя есть... Иглобрюх! Да, есть. Вот, сейчас это все дожарится... Проверяй. Сразу же запихивай туда иглобрюха. Давай, закидывай, в супчик варится, закидывай.
Пошло дело, понимаешь, у нас будет... А что получится? Подожди, три зелья подводного дыхания на 3 минуты. То есть мы целых 3 минуты можем просто куковать под водой, мы даже не будем умирать. Так это же можно вообще там королевство построить себе за эти 3 минуты. Во, смотри. Но подожди, это еще так же не все. Уже у нас есть зелье, но я сейчас беру, забираю иглобрюхо и на его место ставлю редстоун. Знаешь, что это такое? Время? Улучшение зелья, и оно улучшит время. Не 3 минуты, а 8 минут будет. Я хочу уже скорее испробовать это. По 8 минут. Все, я забираю. Забирай. Ага. В смысле местный зельевар Катюха получила? Так я же все варганил. Вау, какое классное зелье. А? Вот, а в следующей серии мы... Да зачем ты пьешь? А что? Так мы же не отправляемся еще в данж! Зачем ты сейчас его выпила, Дуримонда? Так я сейчас пойду и отправлюсь! Да как и отправлюсь, мы уже серию заканчивать надо! Кать! Вау, я теперь 8 минут могу плавать. Ладно, нам надо отправляться в данж как можно скорее, потому что если ей не скажешь не пить зелье, она не догадается до этого сама. Короче, я не знаю, что нам нужно вот в этом данже, там, где иглобрюхи, вот эти стражи огромные. Но вроде нужно там еще ведра с молоком, потому что они накладывают проклятие. И напиши в комментах прямо сейчас, какие нам еще нужно будет скрафтить зелья, чтобы на 100% заточить вот этот данж. Привет! Пока у Кати зелье не закончилось, мы прямо сейчас... Ты еще одно зелье выпила или что ты сделала? Ах... Фу, она просто воду пьет. Ты меня уже пугаешь. Мы с Катей говорим тебе огромное спасибо. Всем удачи и всем что? Пикачу. От Кати Крафт. Все, с этого дня я Катя Крафт, пожалуйста, больше по-другому меня не называть, только Катя Крафт. Всем пока.